прям действительно дюймовочка, да? Вот подсказывает бабушка. Чудесный бант, роскошный цветок там. Да. Итак, аплодисменты жениху и невесте, друзья. Смотрите, какая парочка у нас сегодня. Делаем круг и в ЗАГС везем. Как в старые добрые времена, организовываем судьбу своих детей прям с пеленок. Можно еще поаплодировать. Давайте, небольшая утренняя разминка ладошек. Так, следующая коляска у нас уже наготове. Жених с невестой, прям даже коляски одинаковые. Чудесно. И мамы уже такие синхронные. Привет. Синхронная ходьба мам с колясками. Так, великолепно. А вы можете прям туда же и встать. Ну, смотрите. Продолжаем, друзья. Следующая коляска у нас еще одна принцесса, да? То есть чередуемся. Как зовут принцессу? Принцесса София, друзья. Аплодисменты. Следующая у нас королевская также особа. Причем принцесса София сама себе еще хлопает. А вы мне. Такая, молодец. И мама прям как принцесса. Платье в такой в юбке. При дворе мама. Ну, потому что принцессы, они же главные, а мама уже как бы так. Так, великолепно, мамочка, возвращаемся на свою исходную. Следующая коляска у нас. Выпей меня. А, это безумное чаепитие. Друзья, тут целое семейство. Все ваши, все трое? Или у кого-то позаимствовали? Группа поддержки в безумном чаепитии. Давайте поаплодируем. Здесь вот, если приглядеться, прям вот, ну все, как в Алисе. Вообще, вот просто все. Обыграли великолепно. Еще давайте поаплодируем. В картах все. Папа, шляпник. Еще одна группа поддержки, там тоже шляпник. Там чеширский кот еще сверху на коляске. У него улыбка шире, чем лицо. Ну, прям вот как надо. Так, обратите внимание на чеширского кота. Прям даже лучше, чем в мультике. Вы сами делали чеширского кота? А из чего он, простите? Вязаный? А улыбка самодельная. Авторская работа, улыбка шире лица. Это прям здорово. Хорошо, спасибо вам огромное. Продолжаем шествие. Следующая коляска у нас отважный... Кто? Отважный Дрю и его семья. Это целая морская команда. Ну, это, я так понимаю, капитан. Да, естественно. Это молодые юнги, которые... А, Кук, да, Кук и юнга. Хорошо, аплодисменты, друзья, нашей морской команде. У них там даже спасательный круг есть сзади. Если что, вдруг есть спасательный круг. Чудесно подготовились. Так, плывет наш корабль, мы аплодируем. Ой. Тут уже дискотека потихоньку начинается, малыши не выдерживают, уже зашкаливает праздность мероприятия, уже охота танцевать. Так, спасибо вам огромное, продолжаем. Следующая коляска у нас принцесса-лягушка, я так полагаю. Чудесно. Итак, принцесса-лягушка, ваши аплодисменты. Смотрите, какая красавица. Пожалуйста, ваш дебют там с березой прямо, еще с какими-то листьями, отлично. Еще аплодируем погромче, друзья. Принцесса-лягушка, это уже третья на сегодня принцесса. Интересно, будут у нас еще принцессы или принцы? Впереди еще много колясок. Я думаю, что сегодня жюри придется очень сложно. Потому что очень здорово украшены. Там тяжело выбрать какую-то лучшую. Все по-своему харизматичные, все креативные. Спасибо вам, продолжаем. Так, товарищи фотографы, неустанно все это дело фотографируют. Следующая коляска у нас, расскажите. Это у нас... Коляска радость, веселье и хорошее настроение. Вот такая в цветах. Это букет настоящий, весенний, даже летний уже практически. Последний день весны, весенний букет радости и хорошего настроения для вас, друзья. Аплодисменты. Еще одна чудесная разноцветная семья. Смотрите, какая прическа главная у героини всего этого действия. Эта прическа называется пальма. Все мамы знают, даже некоторые папы знают, что это самая популярная прическа в таком возрасте для маленьких модниц. Большой пи, да, пальма.
Кстати, если у кого-то малыши уже танцуют, пожалуйста, их в серединку можно смело отпускать, потому что тут у них компания образовалась из маленькой принцессы. По-моему, это София, если не ошибаюсь, да, принцесса София? Она самая, принцесса София заводит, зажигает нам дискотеку. Так, спасибо вам огромное, мы продолжаем шествие. Следующий у нас далматинец. А еще много-много. Ладно, далматинец. Ой, а там вообще совсем карапуз. Карапуз спит, друзья, давайте вот так тихонечко поаплодируем, чтобы не будить. Вот так, не будем нашего любителя далматинцев. Тем не менее, смотрим на колясочку, наслаждаемся, потому что не каждый день, понимаете ли, в Одинцово можно увидеть вот такую коляску. Ладно, мам, красивых, там, нарядных, но вот такие коляски, это на самом деле нонсенс. И давайте поаплодируем нашим мамам, нашему кораблю с Миланочкой. Миланочка почему-то укротила маму, видимо, или сестру. Корабль, чтобы налегке, да, побыстрее. Так, хорошо, спасибо вам огромное. Следующая, давайте коляску уже наготове. А это таксист. Это очень лучезарный, улыбчивый мальчик. Он, видимо, уже много кого подвез. Вот, как он нам улыбается. Пожалуйста, таксист. Одинцовское такси. Если кому-то нужно куда-то добраться очень быстро, давайте. Друзья, под аплодисменты мы насладимся дефиле таксиста. У таксиста есть еще два шумахера рядышком. Они как бы подгоняют. Кстати говоря, разноцветные шарики нам сегодня принесла английская школа. Английская школа, которая не только взрослых, но и деток учит английскому языку. Вот такое разноцветие нам сегодня устроили. Спасибо, такси. Продолжаем дальше. Еще один корабль. Слушайте, у нас прям флот. Флот одинцовских супермамочек. Итак, пиратский корабль. Это вам не шутки. Так, и мама пиратка. И ребеночек пират, и корабль очень такой опасный. Видите, там и череп, и кинжалы, так что будьте осторожны, друзья. У нас есть дракон, у нас есть пираты, так что принцесс берегите, берегите принцесс. Их обычно пираты и драконы любят воровать. Ну что ж, наш корабль возвращается. Еще моряки, еще одни. Пока что корабль пустует, куда-то моряки сами уплыли. Так, тут у нас капитан, и капитан тоже в тандеме вообще, ну это чудесно. Друзья, Марк у нас будет сейчас шествовать на белоснежной палубе. Пожалуйста, еще один тандем, давайте поаплодируем, друзья, это еще одна морская парочка. Вы посмотрите, здесь у нас на теплоходе музыка играет, все в беленьком, в ярком, прям даже светлее на улице становится. Несмотря на то, что солнце то заходит, то выходит, между тем... От наших нарядов, от наших разряженных таких колясок красивых, от детских улыбок ни в коем случае настроение не портится, а только улучшается. Вот ребята, маленькие мальчишки, девчонки танцуют все активнее. Кстати, у нас совсем скоро состоится мини-дискотека для всех малышей. У нас сегодня есть аниматоры, которые порадуют малышей. Продолжаем наше шествие. Это футбольные фанаты. Это футболист, какие там фанаты. Ваши аплодисменты, друзья, футболист. Смотрите, у него тут Калианиди. Вот такой футболист с мячом, с расписанным под хохлому. Прям вот стильный такой футболист. Давайте еще поаплодируем. Футбол, понимаете ли, очень сложная. Сложный вид спорта. Особенно в таком возрасте, когда в основном на руках у мамы, да, или в коляске. Тяжело играть в футбол. Не тяжело? Прекрасно. Следующая коляска, спасибо вам огромное, следующая коляска опять. О, простите, ради бога, это что, Сбербанк? Вы в Сбербанке работаете, наверное? Друзья, внимание, здесь вот сейчас будет мама шествовать, которая, ну, является работником Сбербанка, да, и так любит свою работу, так ей вдохновлена, что даже в выходные дни она не перестает думать. У нее в голове стоит логотип Сбербанка, любимый Сбербанк. Здорово. Да, вообще никакой рекламы Сбербанку. Чудесно. Пожалуйста, ваше шествие. Это инкассаторский мотоцикл, я так понимаю, да? Будьте осторожны, у нас пираты, у нас дракон. Так что инкассация может пострадать. Предельно внимательными нужно быть.
все мы, конечно, пользуемся Сбербанком, друзья. Можно и поактивнее поаплодировать чудесной маме, вдохновленной своей работой. Но это счастье, если человек занимается своим делом, правда ведь? Чай, там ребенок спит. Ни одного таксиста нет. Вон таксист, здравствуйте. Да, кроме твоего братика вообще ни одного таксиста. Он лидер на рынке такси сегодня. Он один сегодня всех подвозит. Больше не... Ну, еще дракон может кого-нибудь подвезти. Вот у нас тут небольшой диалог завязался. Пока что корабль возвращается у нас в свой порт. Спасибо вам огромное. Руль там, все как надо. Все как полагается в корабле. Так, следующая у нас коляска. Это тоже корабль. Одинцово прямо, как я не знаю, как Владивосток, да? Прям портовый город. Наверное, Одинцово мечтает стать портовым городом, поэтому его жители сделали много-много колясок в виде кораблей. У вас даже своя вода. Итак, пожалуйста, друзья, смотрите, наслаждайтесь. Это корабль с водой. Если у нас все были корабли, просто корабли с колесами. Этот с водой, со своей, со своими волнами. Ваше дефиле вперед, всей семьей, под аплодисменты. Вот это, я так понимаю, бабушки, да? Отлично, бабушки, поддержка пришла, все вместе. Даже малыши аплодируют, прекрасно. Итак, еще один корабль. Ну, мне кажется, уже кораблей 10, наверное, у нас насчитывается. Мы обязательно сделаем общую фотографию. Итак, корабль шествует, возвращается в свой порт. Следующая коляска готовится, и это заключительная, по-моему, у нас коляска, правда? Отлично, завершаем дефиле, а вы, которые поймали маленькое привидение. Пожалуйста, ваше дефиле. Вот аплодисменты, конечно же. Потому что привидение очаровательное. Оно такое в зеленой марле. Знаете, там был такой слизняк. Такой зелененький. Но это гораздо приятнее. Ну, гораздо более привлекательное привидение. Вот, музыка нам прям веселее стала. Хлопать, аплодировать. Есть у нас еще одна коляска, еще один корабль, который немножечко заблудился, пока к нам плыл. Чуть-чуть. Отлично, охотники за привидениями прямо вообще молодцы, постарались как следует. Тут у них какие-то штуки, но вот помните, всякие там были инструменты, которыми ловили вот это самое привидение. Чудесно. Итак, спасибо вам большое. Продолжаем. Следующая коляска у нас в стиле Микки Мауса, по-моему, да, оформлена? Минни Маус. Минни Маус со своей очаровательной мамой, улыбающейся. Ну, сегодня все мамы улыбаются, потому что всем, конечно, приятно похвастаться своим самым драгоценным, что есть. Своим ребеночком и вот такой чудесной коляской. Минни Маус в юбочке. Все очень так по-девчачьи. И мама с двумя хвостиками. Еще так в припрыжку, знаете, прям вообще здорово. Ну что ж, отлично, друзья. Есть у нас вот теперь точно завершающее дефиле от, собственно говоря, организаторов всего этого прекрасного действа. Ваши аплодисменты, друзья. Погромче поаплодируем Оксаночке и ее семье. Еще громче аплодируем, друзья. Именно благодаря этому человеку мы сегодня здесь собрались все и состоялся самый первый марафон одинцовских супермамочек. Это тоже пиратская семья, так что у нас конкурирующие пираты есть. Может быть, они, конечно, из одной банды. Но между тем за ними едет такая страховка, видите, там с мечом прямо. Пират, он как бы на самокате, если что, защищает с тыла.